15-я миссия «Снайпер. Тень. Путь мести. Ближе к свободе». Наконец-то аптечку дали. Я даже фотки возьму, потому что учиться совершенно нечем. Вот это! Берем все, сейчас уже не до жиру. Так, здесь открываем вот ту дверь, которая на камере видеонаблюдения видно. Нажатием вот на эту кнопочку. О, еще одна аптечка. Я ее при первом прохождении даже и не заметил. И молоко. Здесь тоже открываем ворота нажатием вот на эту кнопку. Эту дверь мы только что... Подождите-ка, эта дверь закрыта. А, нет, значит, мы не эту дверь открыли. Брось это! Ага, вот здесь вот этот рубильничек. Теперь вот та дверь за ящиками открылась. Этот вообще будет ничего не слышно. Бывает. Свет поставили. Так, там тоже все. Подранил такого. Давайте применим пакет молока и яблоко. Учился. Давайте сникерс съедим, две штуки. Все, перекусили, здоровье поправили. Кстати, вот в этих ящиках... Что тут написано? Понятно, что написано. Но вот в предыдущих уровнях я вам не показывал. Там ядерные отходы были. Стой на месте! Ты по нему нереально попал. Не голодаете, не болеете, все нормально.